Длина томата японский трюфель розовый не очень прихотливы к условиям роста и могут расти как в условиях открытого грунта, так и в теплицах. На рассаду посев осуществляют в марте месяце. Сбор урожая выполняют с июля по август. Плоды весят по от 100 до 150 грамм, окрашены в красивый розовый цвет, мясистые, плотные, вкусные и ароматные. На одной кисти может формироваться до 6 помидорок. Форма плодов достаточно необычная и напоминает трюфель. Используют урожай для употребления в свежем виде и для цельноплодного консервирования. Томат джапонский Штриафелл розовит жета травянистый высотой от 150 до 200 см с типом роста, индетерминантные. Томат джапонский Штриафелл розовит же имеет средний срок созревания. Плоды имеют массу от 100 до 150 грамм. Форма у плода плод грушевидный с продольными ребрышками. Цвет плода розового цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.